Доброго времени суток, продолжаю снимать обзоры, найду напитки и спортивное питание. Сегодня у нас будет обзор на такие вот энергетики, называется Электро. Актив Energy и Shark. Значит, такие вот бутылочки, приобретались они в магазине продуктов в городе Тверь. Объем 0,5, ценник составил по 49 рублей, то есть цена очень-очень низкая. Вот так они выглядят. Здесь, кстати, еще написано «Вкус гуава мята». Давайте разбираться. Стандартная бутылочка. Значит, состав у нас входит следующее: сахар, лимонная кислота, ароматизаторы, подсластители Е952, Е954, Е955, таурин, кофеин, витамины группы В, бензоат натрия, кратили Е150D, Е104. То есть, что мы здесь видим? Сахар, кофеин, таурин, витамины группы В и подсластители. Сейчас стандарт стал. Поэтому, поскольку есть подсластители, пониженная калорийность, на 100 мл напитка 4-5 грамм углей в виде сахара и 15 килокалорий. То есть здесь в бутылочке у нас 75 килокалорий. Изготовитель у нас Decomp Classic. Сделано все это дело в городе Саратов. Вот. И второй вариант у нас Shark, такой синенький, симпатично смотрится. Здесь у нас то же самое, как я понимаю. Сахар, лимонная кислота Е331, ароматизаторы, подсластители Е952, Е950, Е954, Е955, таурин, кофеин, стабилятор Е414, Е445, апельсиновые терпены, витамины группы В, консерват натрия, бензонат, сорбат калия, кратиль Е133. По калорийности то же самое, 15 килокалорий на 100 мл напитка, то есть баночки 75 и 4,5 грамм углей, ну как-то вот так. То есть что мы видим? Стандартные слабые энергетики на кофеине, таурине, но только теперь уже не на сахаре, а на сахаре и подсластителях. Вот. Ну что ж, давайте попробуем. Так, давайте попробуем. Начнем с Active Energy. Стандартный цвет. Вроде вкусный, прикольный такой. Напоминает тутти-фрутти, вот типа флеша, что-то такое, но реально вкусненько. Если честно, ожидал, что будет какое-то дерьмо. Вот напоминает флеш и старый-старый добрый торнадо Шторм. Старый добрый, которому образца так это года, наверное, 10-го. Очень вкусно, слушайте, удивительно. Ну-ка попробуем Шарк. Глава мята. Вы знаете, тоже неплохо, имеет место быть. Но здесь немножко химозно чувствуется. А вот в Active Energy вообще нету химозности, то есть как будто на сахаре, при этом пониженная калорийность, то есть это плюс. Слушайте, ну круто, я удивлен, честно говоря, не ожидал. Очень крутой вкус. Приятно идет. Что, ребята, готов подводить итоги? Напитки меня, честно говоря, порадовали, удивили, ожидал худшего. Да, как энергетики, они слабые, вот, но однако на вкус очень неплохие. Из плюсов в данном случае, что они пониженной калорийность. Шарк со вкусом гуава мята мне, в принципе, понравился. Приятный идет, не приторный, немножко химозный, но не сладкий и хорошее действительно сочетание. 0,5 за 50 рублей, это 4 балла из 5. Энергетик стандарт кофеин таурин, но однако дешево и вкусно. Плюс пониженная калорийность, поэтому 4 балла из 5 крайне рекомендую. Вот. А классическая Active Energy Electro просто вкусняшка. Кстати говоря, слабо газированный. Однозначно 5 баллов из 5. Очень советую. Вкусный, приятный, не сладкий. Очень хорошо идет. И дешево, поэтому берите, рекомендую. В следующий раз, если увижу, обязательно возьму себе несколько бутылочек. На этом все, спасибо за внимание, до новых встреч, пока.